Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы хотим провести небольшой видеообзор вот такого вот фонаря. Это аналог, это китайский фонарик, аналог Magic Chain MJ810. Это очень популярный фонарь у подводных охотников, так как он стоит как бы недорого, легкий, световой поток очень большой, здесь 1000 люменов, но как на сайте пишут, что где-то 650 реальных, 700 примерно, вот так. Значит, из чего он сделан? Он сделан из анодированного алюминия, который не боится соленой воды. Значит, здесь он обладает белым светом, то есть диод здесь идет с белым светом. Также можно сюда поставить линзу, ну, поменять, чтобы был теплый свет, допустим, желтый. Многие любят охотиться с теплым светом, его меньше якобы боится рыба. Что я могу сказать про этот фонарь? Значит, на сайте, на официальном сайте как бы пишут, что этот фонарь работает на максимуме, на 100% режим, работает 1,5 часа, то есть беспрерывного света. На 50% он работает уже 3-4 часа, и на минимум он работает 6 часов. Мы как раз проверим это, мы зарядим аккумуляторы полностью и через время убедимся, посмотрим, насколько действительно это соответствует ли правде, как они объявляют. Значит, этот фонарик я купил в интернете. Он мне обошелся 300 гривен без ничего, без аккумуляторов и без зарядки. Отдельно я купил зарядку и аккумуляторы. Так вот, значит, он работает на двух аккумуляторах. Я их емкость я покажу позже и об этом немножко позже расскажу. А сейчас я хочу поговорить о режимах. У него здесь несколько режимов. Значит, два режима стратоскопа и три режима разной яркости света. Как я выше говорил, это 100%, 50%, ну и минимальная яркость, не знаю сколько там процентов, 25, наверное. Значит, что я могу сказать по этому фонарю? Что первое, что надо в нем заменить, это вот такую вот петельку, которая шла в комплекте. Потому что на первой же охоте, на ночной, вы же сами понимаете, охотятся обычно ночью, ну или на больших глубинах, в гротах и так далее. Так вот, вот эта вот петелька, здесь стояло маленькое колечко. Вот сейчас я привязал сюда линь от ружья. А здесь стояло маленькое колечко, и на первой же охоте оно оборвалось, и фонарь просто тупо упал в воду. Глубина была 4-5 метра. Хорошо, что фонарь упал не стеклом вниз. Если бы он упал вот этой линзой вниз, то я бы его уже, наверное, не нашел бы никогда, так как там ил, муть и ничего не видно. Я сразу нырнул за ним и успел его поднять. Ну, как повезло, так скажем. Поэтому вот эту гадость можно сразу выкидывать. Она бесполезна. Выкидываем ее. Что я сделал? Здесь очень маленькое отверстие. Большую дырку я не рискнул сверлить. Я просто нашел маленький линь. Вот такой он достаточно очень крепкий. И как бы вот сделал такую петельку, для, чтобы можно было вешать на руку. Значит, он откручивается вот таким образом. Отсюда достаются аккумуляторы. Ну, в данный момент они сейчас заряжаются, чтобы мы проверили максимальное количество времени на разных режимах. Будем тестировать. Еще кое-что хочу сказать. Вот это стекло откручивается вот таким вот образом. Ну, это можно зажать как-то и открутить руками. Ну, надо посильнее руки. Я откручивал, у меня с трудом получалось, но откручивал вот эту вот часть. Значит, здесь вынимается стекло, здесь идет прокладка резиновая. Значит, что нужно еще сделать? Нужно взять силикон и помазать вот эту прокладку, потому что на первой же охоте каким-то образом, не знаю как, проникла вода вовнутрь. Фонарь от этого не испортился. Я просто потом вылил воду, высушил его, взял силикон, промазал силиконом, и после этого он уже не протекал. Значит, с этим фонарем, как пишется на сайте, можно нырять на глубину до 100 метров. То есть этот фонарь подходит как для дайвинга, так и для охоты. Ну, для ночной охоты, так скажем. Значит, после того, как мы промазали, закрутили, все, он перестал протекать. Я испытывал его при температуре
где-то температура вода была где-то примерно 3-4 градуса. То есть достаточно холодно. Никаких проблем с ним не было. Так что, как бы, это я гарантирую. Ну, из того, что я, по крайней мере, видел лично. Мною проверено. Значит, желательно его, конечно, не светить им долго, длительное время на суше. Я, правда, не проверял, сгорит он или нет. Но так, для того, чтобы подстраховать себя, лучше им не светить без воды. Потому что все-таки мощный свет, мощный диод, и как бы он не сгорел. Вот такая вот небольшая информация. Можно поставить линзу, ну, фильтр, светофильтр, и он будет давать желтый свет. Значит, потом я покажу вам, как он светит ночью, какой луч у него. Значит, максимальная яркость называется белый день. То есть он реально освещает очень четко, и широкий спектр у него освещения. Но я и многие другие охотники охотятся со средней, ну, на среднем положении фонаря, на 50% мощности. Примерно 3-4 часа непрерывного света на средней мощности достаточно хорошо освещает, этого вполне хватает. Поэтому максимум я крайне редко включаю для подводной охоты. Ну вот такой небольшой обзорчик. Вернемся позже. Небольшой перерыв.